Колона великовантажних автомобілів з більше ніж 60 тоннами гуманітарної допомоги, зібраної на Дніпропетровщини за ініціативи губернатора Олександра Вілкула, вирушила з Дніпропетровської області до Кубані. Усі міста та райони нашої області долучилися до збору гуманітарної допомоги для людей, що постраждали внаслідок паводку у Краснодарському краї. На заклик Олександра Вілкула протягом суботи та неділі в містах та районах області проводився збір гуманітарної допомоги та відправка її до Дніпропетровська. До благодійної акції залучилися жителі Дніпропетровщини, підприємства та організації «Приватні підприємці». У понеділок до Краснодарського краю вирушили вантажівки з будівельними матеріалами – цементом, арматурою, трубами, побутовою технікою, мікрохвильовими печами, електроплитами, холодильниками, медикаментами, продуктами харчування, крупами, цукром, мукою, соняшниковою олією, рибними та м'ясними консервами, питною водою. Докладніше – Олександр Вілкул. Чужой беды не бывает. Люди вне зависимости от расстояния, которые их разделяют, и национального признака, должны помогать друг другу. Днепропетровщину и Кубань объединяют очень многие связи, экономические, культурные. Друг у друга очень много родственников. И сегодня мы отправляем несколько автомобилей, это более 60 тонн, гуманитарной помощи пострадавшим в Краснодарском крае. Это и продукты питания, и бытовая техника, и необходимые в хозяйстве вещи, строительные материалы. В общем-то, мы связывались с коллегами, это то, что им необходимо. Уже сегодня, ближе к ночи, мы планируем, что машины будут в Крымске. Значит, губернатором было принято решение об оказании помощи гуманитарной Краснодарскому краю, а в частности, город Крымск, 86 тысяч населения, который больше всех пострадал. Значит, первый автомобиль загружен 25 тонн продукты питания, второй автомобиль наполовину продукты, бытовая техника. И третий автомобиль – это у нас строительные материалы, которые нуждаются люди в городе Крымске по их заявке. В каждом автомобиле есть старший офицер, который держит связь с администрацией государственной. И мы, естественно, докладываем Александру Юрьевичу о проделанной работе. И держим связь с Ростовской областью, а также Краснодарским краем. На каждый автомобиль есть старший офицер, который отвечает за груз и доставку груза, ее передачи людям безвозмездно.